Здравствуйте, дорогие друзья! Начинает свою работу в эфире телекомпания «Нальчик». Вы смотрите программу о главном и не только. Мы неоднократно говорили, говорим и будем говорить о том, что Фонд культуры Республики является тем местом, где проводятся различные мероприятия. Так вот, на очередное мероприятие приглашает вас Корейский национальный культурный центр по случаю празднования по лунному календарю Нового года. В Фонде культуры Республики собрались, чтобы отметить корейский Новый год Солля. Хотя корейцы достаточно давно перешли на григорианский календарь, отмечать приход лунного Нового года остается неизменной культурной традицией этого народа. Председатель Корейского национального культурного центра Самчели Светлана Пак поблагодарила присутствующих за их участие в праздновании корейского Нового года Солля. И далее подробно рассказала, как и когда отмечают корейцы этот праздник. Лунный год в Корее называется Соллаль. И в этом году он выпал на 16 февраля. Обычно это бывает после зимнего солнцестояния, это 22 декабря, вы помните, второе новолуние. Поэтому у нас каждый раз меняется дата наступления Нового года по лунному календарю. В отличие от нас, жители страны утренней свежести относятся к Новому году как к празднику начала весны, когда природа начинает потихоньку готовиться к рассвету и обновлению. Именно поэтому многие обычаи и приметы, связанные с Новым годом, призваны обеспечить богатство грядущего урожая. Обычно торжество длится 3 дня – канун, день и после. А вообще можно праздновать Новый год в течение 2 недель. Вот сегодня последний день, когда мы можем праздновать, и слава Богу, но как-то так совпало, я очень рада. Основной праздник, обычай праздника носит название Сэбе. Следуя ей, все члены семейства одеваются в красочные национальные костюмы, хамбок, и совершают обряд поздравления родителей. Каждый праздник, он всегда начинается с поздравления родителей. С праздником Соляль связано много народных примет. Сам корейский Новый год принято встречать новой, специально приготовленной для этого случая одеждой. Для привлечения удачи в нарядах следует отдавать предпочтение цвету, соответствующему животному символу наступившего года. 17-й год был красный, 18-й год – желтый, 19-й год тоже желтый, 20-й год будет белый цвет. Увидеть луну в этот день к большой удаче. Особенно успешны будут финансовые дела, если подставить под лунный свет монетку. Также крайне благоприятно увидеть первые лучи солнца в наступившем году на морском побережье. Ну, нам это не грозит. В погоне за ними многие жители отправляются, вот показывали по телевизору, да, и в Китае, и в Корее, все отправляются в свои семьи, чтобы отпраздновать этот Новый год. Затем образцовая вокальная студия «Феникс» из города Майски по случаю празднования корейского Нового года «Солляль» выступила с концертной программой. Арирам, нарирам, нарирам, нарирам,
рыбашку на двухрядку я сиреневый положу. Веселее играть сегодня, гармонисту накажу. Гармониста, я влюбилась, кайчу. Ночью нам неведом путь, тьма бездонная, и пророчат беды мне силы темные. Но во тьме хранят меня
кофе бессонницы, глаза мамы, да еще Богородицы. Говорят, что никогда не грустила я. Знаешь, только ты одна, моя милая. Сколько раз судьбой без жалости битая, выживала я твоими молитвами. Мама, мама, ты одна, не предашь и не разлюбишь. В мире этом и другом ты всегда со мною будешь. Я к одной тебе иду, в сердце раненая. Мама, мама, ты моя, стена каменная. Мама, мама, ты моя, стена каменная. Оттого меня сломить беды не смогли, что далеко, далеко посреди земли. О спасении моем Богу молится полуночная моя Богомолица. Дышать с тобой до боли, до хрипоты, дыханием одним не могу согреться. И догорают сами собой мосты, и что-то больно ранило прямо в сердце. Ушли за горизонт наши корабли, я подниму над головой белый флаг. Просто знай, что тебе я не враг. Драмы больше нет, нет больше драмы. Родилась
нерадивая дочь, нерадивая, гордая, смелая, но уродиной звали ее, потому что была она белая, не такая, как все воронье. И лишили тогда братья вороны суд над белой сестрой учинить. 7 ночей они думали, спорили и решили ее очернить. Нерадивую, гордую, смелую, искупали в болотной грязи. И теперь это платьице черное до последнего вздоха носи. Зарыдала душою светла и слезами от грязи отмылась, стала снова такой, как была. Нерадивая, гордая, защитна, как сердце мое, как туманы осенние белая, не такая, как все вранье. Черных ворон, околделая, мои перья не втаптывай в грязь. Разве я виновата, что белая я такою на свет родилась? Я уйду от тебя, я скажу на прощание: прости. Я уйду, но покоя тебе никогда не найти. Я уйду без упреков и слез, молчаливо одна. Я уйду, ибо выпито сердце до самого дна. Ни единого звука в ответ, не обнять, не коснуться ладонью, не глянуть во след. И глаза ты закроешь, и станешь молить в тишине, чтобы я возвратилась в
вернулась хотя бы во сне. И не видя дороги, ты кинешься в горестный путь. Вслед за мной без надежды меня отыскать и вернуть. Будет осень, под вечер друзья соберутся твои. Кто-то будет, наверное, тебе говорить о любви. Одинокое сердце свое не отдашь никому, ибо я в это время незримо тебя обниму. Бесполезно тебя новизной соблазнять и манить. Даже если захочешь, не в силах ты мне изменить. Будет горькая память, как сторож стоять у дверей, и раскаяние камнем повиснет на шее твоей. И протянешь ты руки, и воздух обнимешь ночной. И тогда ты поймешь, что навеки расстался со мной. И весна прилетит, озарит и распутит весь мир. Ароматом хмельным и густым переполнятся сны. Только горечь разлуки отравит напиток весны. Остановишься ты на пороге апрельского дня. Ни покоя, ни воли, ни радости нет. Без меня я исчезла. Растаяла ночью, как след на песке. А тебе завещала всегда оставаться в тоске. В одиночестве биться, дрожа, как ночная трава. Вот заклятие мое, вот заклятие. Эти слова. Рассыпала Маланья бабы, раскатились бабы туда-сюда. Собирали их солдаты молоды, они набрали пуд да мешок, наварили чугун да горшок, накормили кашироту солдат. Поглядели, а бобов-то не хватает. Тут солдаты да догадались, за Маланью принимались. Навела ты нас, Маланья, до беды, но ты рассыпала костёрные бобы. Расходилась, раскуражилась. Вы солдатушки, солдат молоды, у вас и нету ни усов, ни бороды. Не такой меня бобами корить, что корить-корить, да стращивайте. Ай, где ж это вид имана, ай, где ж это злых имана, что без бедер можно по воду ходить, и что можно баланду нам судить. Чиновую румянистую, белый, словно бусинки, голосочек с ногами селеди. Щечки сдобные бабушечки, а и брови будто душечки. Рассыпала
бабы, раскатились бабы туды-сюды, раскатились бабы туды-сюды. Ах-ха! Раскатились бабы туды-сюды, раскатились бабы туды-сюды, раскатились бабы.
Дина Мукаева-Тикуева, несмотря на довольно молодой возраст, своим трудолюбием и целеустремленностью снискала уважение среди стар и млад. А то, что она возрождает древний балкарский промысел, создает уникальные трехмерные полотна из войлока киезы, согласитесь, это дорогого стоит. Дина – участница многих выставок. Ее работы экспонировались в Италии и Франции. С целью познакомиться поближе мы приехали в город Тернаус, где живет и работает героиня моей передачи. А радушная хозяйка встречает нас традиционными балкарскими хачинами.
Поделитесь своими детскими воспоминаниями и впечатлениями. В 6 лет мы переехали в Мурманск, на крайний север. Папу перевели по работе туда, как бы вот. И мы уехали всей семьей туда. Вот это было, конечно, очень большое приключение по тем впечатлениям детским. Это каждый раз мы летели туда на самолете, возвращались в отпуск тоже на самолете. Мы с сестрами постоянно ссорились, кто из нас будет сидеть возле окошка в самолете. У меня 2 сестры, старшая и младшая. Дина была очень тихая, никогда не шумела, всегда чем-то занята за столом, что-то рисовала, что-то делала. Не зря ее папа назвал золотой серединкой своей. В 11 классах я уже как бы поняла, что вот я придумывала себе различные костюмы, декорировала уже готовую одежду. Ну вот, если мама мне покупала одежду, я обязательно что-то меняла. Вот, чтобы вот я что-то не переделала, такого не было. Вот, и я уже себя видела как каким-то вот художником-модельером. Вот так я себя видела. На тот момент это было очень популярно, конечно. Почти каждая вторая девочка хотела быть художником-модельером, кутюрье. И так получилось, что сестра старшая училась в КБГУ. И в те годы только открылся колледж дизайна. И она меня просто взяла, записала на подготовительные курсы. Вот просто так. Я даже не знала. И начала учиться. Учеба, конечно, я не скажу, что легкая была. Вот первые курсы – это начерталка, рисунок, живопись. Мне немножко было трудно, потому что у меня не было опыта работы, опыта обучения художественному мастерству. Художественную школу я не оканчивала. Вот. Мои сверстницы, мои однокурсницы, которые вот уже были с аттестатом из художественной школы, им было легче. Я это познавала как бы сама, методом проб и ошибок. В 99 году я благополучно закончила обучение, но уже не в колледже, а Уральский государственный профессионально-педагогический университет я закончила на базе колледжа, как так получилось. Получив квалификацию дизайнер-педагог, Дине предложили остаться в Нальчикском колледже дизайна преподавателем, где проработала 5 лет. После замужества стала жить в городе Тырныаузе. Благо здесь в Тырныаузе есть тоже учебное заведение, примерно по профилю похожее. Здесь есть Эльбрусский региональный колледж, ну, в то время это было училище, и там преподавали, обучение велось по профессиям закройщик, художник по костюму, вот, и там я нашла себе применение. Вот твое детство прошло вне республики. Как зарождалась любовь к прикладному искусству, культуре? То, что детство я провела как бы вдалеке от своей малой родины, да, как бы про декоративно-прикладное искусство, про культуру я знала мало. Вот. Но вот вернувшись сюда, обратно в КБР, я заново как бы познакомилась в данном случае. Я поняла, что это вот мое родное, что вот без этого человек не может себя называть балкарцем или кабардинцем, да? Человек без культуры, без своей, он, ну, никто просто. Вот. И вот уже, будучи на старших курсах, когда речь пошла о выборе курсовой работы и в дальнейшем дипломного проекта, темы, я как дизайнер-фольклорист, я должна была придумать какое-то изделие, сочетая в нем новые тенденции и традиционные какие-то технологии. На курсе я была единственная балкарка, и посоветовавшись дома, подумав, мама тогда мне предложила, почему бы не попробовать. Когда ей надо было выбирать дипломную работу, было много предложений, но я ей посоветовала заняться киизами, потому что киизы уже как-то никто этим не занимается, где-то в селах. А так вот я ей предложила делать киизы. Она сделала современные киизы. На тот момент это была поздняя осень. Мы поехали в Верхний Баксан на такую как бы экскурсию. Хотели познакомиться с бабушками, род Тимоевых в данном случае. Мы вышли на них. Они очень дружелюбно нас встретили, все показали. Но так получилось, что
поздней осенью они уже как бы этой работой не занимаются. Вот. И было, конечно, очень обидно, что вот я вот так вот не увидела, как это делают балкарки женщины, которые этим занимались с детства. Они мне сказали: приезжай весной. Весной у меня была уже предзащита, как бы по срокам я уже не успевала. И вот пришлось самой как бы овладевать этой техникой, по книгам. Обращалась в Нальчике к нескольким людям, но как бы вот профессионалов, кто с этим работает, кто может это показать, на тот момент не было в Нальчике, я никого не нашла. И вот в Крупской, просидев не одну неделю, я набрала материал, по которому я уже потом смогла сделать первое изделие. И, честно говоря, это были такие эмоции, когда вот я попробовала, и у меня это получилось, вот эврика, вот, что вот да, у меня получилось, я дальше смогу. Все смогла, все получилось. Со студенческих лет, изучая технику изготовления киизов и с честью продолжая дело древних балкарских мастериц, на сегодняшний день Эдина является одной из самых ярких представительниц этого народного промысла. Ее работы не раз выставлялись на республиканских, зональных и международных выставках. Ее работы отличаются продуманностью рисунка, подбором цветов и неординарностью. Вот одно из моих изделий, она называется «Хранительница гор». Я очень люблю эту вот работу свою. Я ее делала на выставку ко дню возрождения балкарского народа в 2010 году. Именно благодаря женщинам, я считаю, балкарцы выжили, что называется. Женщины, которые умели делать те же самые киизы, которые из шерсти могли связать, из шерсти могли соткать какие-то изделия, которые умели вышивать. Вот именно женским рукам, как бы, балкарцы, можно сказать, обязаны. Вот это тоже такая женская тема, но тут уже представлена девушка. Девушка молодая, горянка, она так и называется, эта работа, горянка. Почти на всех моих работах я обычно использую изображение Эльбруса, потому что, будучи жительницей Прильбрусья, как бы эта тема постоянно меня касается. Вообще я люблю лыжи, недавно я встала на горные лыжи, поэтому часто бываю в Прильбрусье, и у меня сейчас вообще мечта зайти на Эльбрус, так что это и мечта моя. Вот здесь еще есть изображение башни, вот родовых башен балкарских. Я использую в своих работах изображение Малкоруковской башни, потому что во мне тоже течет немножко малкоруковская кровь, у меня бабушка Малкорукова. И само по себе это архитектурное сооружение, мне кажется, очень красивое. Эта работа называется «Ручей». Тут изображена природа, горы и ручей, который как бы стекает с картины. И вот такое ощущение, что она вот выливается прямо из рамки. Тоже одна из любимых моих работ. Эта работа была сделана в первые годы, когда я начала работать. Я еще работала тогда в колледже дизайна, в мастерской. Вот. И идея этой работы, это коллективная работа тогда. Мы работали в небольшом коллективе, 4 человека у нас было. И как бы идея принадлежит общая как бы. Вот техническое исполнение в данном случае, вот я совместила две технологии, бурочную технологию и технологию просто войлока. И получился вот такой вот грозный бык. Эту работу я назвала «Горный аул». Опять-таки здесь изображена башня Малкоруковых, селение, старые могильники древние. Вот это то, как раньше жили балкарцы в горах. Таким способом они строили жилище и жили. Очень радует, что молодежь как бы обратилась к традиционным каким-то ремеслам. И это вдохновляет, что это действительно нужно, что это не забытое ремесло, что оно сейчас актуально. Есть планы открыть мастерскую. Вот сейчас, вот, где я работаю, Эльбрусский региональный колледж, там при колледже открыть мастерскую и задействовать студенток этого колледжа. Есть такие планы. Я надеюсь,
получится у меня это. Мое руководство приложит к этому усилия, если еще администрация города, района помогут оборудовать мастерскую, как бы привести в соответствие. Вот, какой-то начальный стартовый капитал, вот с этим, если у нас получится, то я думаю, это будет хороший проект и для города, и для района, может, в целом и для республики. Как-то вот, чтобы здесь, в Эльбрусском районе, возродить это искусство, чтобы молодежь этим занималась. Показать им все возможности кииза, узорного войлока, что из этого можно сделать и как это можно применять в повседневной жизни. Процесс изготовления вообще кииза, он очень долгий. Если вот можно, я сейчас покажу, может показаться, что это быстро и не так трудно, но если брать во внимание, что первый этап изготовления кииза – это шерсть, подготовка шерсти, и это очень трудоемкий и не очень симпатичный процесс. А в чем заключается этот несимпатичный процесс? Ну, то, что шерсть от овечек, она не всегда чистая, вернее, она обычно не чистая, ее надо стирать, причем несколько раз, там специальная своя технология, свой алгоритм действий есть. Вот. Подготовка шерсти, ее надо постирать, протеребить, прочесать, и только потом это уже готовый материал, с которым можно работать. Если надо сделать цветные изделия, то шерсть еще надо покрасить. Перед тем, как ее прочесать, ее надо еще покрасить. Это тоже отдельный технологический процесс. Вот. И вот когда вот или крашеная, или чесанная шерсть уже готова, тогда можно приступать к самой идее изделия. Это тоже такой более философский процесс. Я обычно сажусь за чистый лист бумаги и придумываю. Это могут быть какие-то вариации на тему, например. Это могут быть какие-то впечатления от произведений других художников, это могут быть впечатления от природы. Вот. И это в виде эскиза ты выносишь на лист бумаги, а потом уже по этому эскизу, уже из шерсти, ты выкладываешь сам кииз, сам войлок. Но иногда бывает так, что задумала одно, в процессе выкладывания получается совсем другое, и как бы трансформируется твой эскиз, уже приобретает какие-то новые идеи. Иногда принципиально отличается идея первоначальная от конечного изделия. Вот. Ну, давайте сейчас попробуем. Дина всячески рада, что дочь Амина все больше и больше втягивается в процесс изготовления киизов и всячески поддерживает, поощряет ее идею. Когда шерсть уже готова к применению, то есть она уже чистая, она уже чесанная, волокно к волокну, его выкладывают на какую-нибудь жесткую ткань, брезент. Раньше вместо ткани использовали чи или циновку по-другому, тонкую причем. А сейчас за неимением циновки, это тоже сейчас редкая вещь, вот, я использую брезентовую ткань. И вот на брезентовую ткань укладываем первый слой шерсти равномерно по кусочку. Рукой щупаем. Должна быть одинаковая толщина, чтобы потом изделие получилось ровное, красивое. Краешки, чтобы были не толстые, а тоненькие краешки, чтобы были. Вот так вот. И клади там, где, вот посмотри, еще здесь нету. Есть технология, когда валяются два кииза одноцветных. Потом прорезается рисунок по трафарету, один и тот же. И узор из одного кииза вынимают, кладут в фон другого рисунка, меняют местами рисунок, получается рисунок и фон по контрасту. Такой кииз называли бичкен кииз. Он более сложный в технологии и по времени больше занимает изготовление этого кииза. Но он более такой декоративный, как бы.
Так, Амина, везде? Ты молодец какая. Ты умница. Так, не дотянулась до туда? Так, давай теперь краешек там. Вот смотри, вот такими вот, прядками. Вот так вот. Как будто это вот небо такое. Как бы облака, чтобы чистое не было небо у нас совсем. На это тебе. Так, давай вот здесь вот посередине делаем вот так вот Эльбрус двуглавый. Давай я с этой стороны начинаю, а ты стой. Вначале я пробовала делать цветные работы, но меня не удовлетворило качество работ, потому что шерсть в процессе валяния, цветная шерсть, она линяет и как бы пачкает фон, например, да? И за счет этого получаются такие немножко грязные цвета. Вот это мне не нравится, такой момент. Поэтому я решила полностью перейти на натуральные цвета шерсти. Это более как бы благородное сочетание цветов, черный, белый, серый. Вообще натуральные цвета богаче, чем кажется. Там овцы же, они разные бывают. Бывают серые, бывают чуть бежевые, бывают рыжие, бывают черные, почти вороные. Бывают темно-коричневые, красно-коричневые. Там ассортимент, как бы гамма представлена тоже довольно-таки богато. Если поискать, можно найти тот цвет, который тебе нужен. Вот. И на сочетание вот этих вот нюансов, цветов и строится вот вся композиция. Выделим как бы наш Эльбрус на фоне. Давай вот так вот. А ты с той стороны давай. Ага, нет, нет. Вот здесь вот прямо. Вот отсюда. И туда. Для этого нитку лучше использовать шерстяную, чтобы она валялась в войлок. Иначе, если это, например, будет искусственная нить, там акриловая, то, скорее всего, шерсть ее не примет. Рисунок готов. Теперь накрываем другой стороной брезента. Аккуратненько, Амина. Вот. А сверху надо все облить кипятком. Мыльной водой, кипяченой прямо, крутым кипятком. Облили это все. И потом следующий этап. Мы должны вот эту вот намоченную полость намотать на палку основу. В данном случае я использую металлическую трубу небольшого диаметра. И вот плотно наматываем на трубу. В рулон свернули, намотали на металлическую основу нашу. В нескольких местах привязали веревкой. И теперь уже можно начинать сам процесс валяния. Ритмичными движениями обминаем вот этой вот стороной рук, предплечьем в данном случае. И вот таким образом мы валяем наш кейс. Периодически переворачиваем его другой стороной. И опять обминаем его об пол. Причем прикладывать надо усилия. Не просто так катать рулон, а прикладывать усилия, чтобы ворсинки шерсти вбились друг в дружку и запутались таким образом. Амина, каждая девушка должна приданное сделать себе кейс. Так что давай учись. Приданое будешь делать себе. Ее родня мужа тоже этим занимались, они много чего посоветовали ей в этом деле. И она вот успешно этим занимается. Я очень рада, что она этим делом занялась. И это дело ее жизни, я думаю, будет. Всегда интересуемся, что нового. Иногда советуем, что бы ей новое сделать. А вот это красивое национальное платье нам с гордостью продемонстрировала Аминочка.
Это национальное платье сшила мне мама на Новый год. Я была тогда самая нарядная, и в этом платье была одна. Вот эти нагрудники мне передала прабабушка. А я, когда вырасту, передам их своим детям. Диана сейчас работает в Тырнаузе заместителем директора Эльбрусского регионального колледжа. Конечно, творчество требует полной отдачи. Тем не менее, она состоялась не только как педагог и художник, но и как мама, любимая невестка, жена. Тахир и Дина создали крепкую, дружную семью. Воспитывают сына и дочь. Как говорят, родители воспитывают, да, детей, а на самом деле наоборот. Скорее, наверное, дети воспитывают родителей. Они учат родителей быть более терпимыми, не делать того, что нельзя, да, потому что если ты учишь ребенка чему-то хорошему, ты сам в себе должен искоренить это плохое в первую очередь, чтобы своим примером показать, каким надо быть. Это, конечно, очень большая ответственность быть родителем. А чем занимается твой муж? Муж экономист по образованию, он работает в казначействе, у него тоже очень ответственная работа, связанная с цифрами прежде всего. Вот. А так это замечательный человек, очень внимательный, очень хорошо относится и к моим родителям, и к своим родителям в первую очередь, конечно же. Вот я иногда даже, знаете, вот на него смотрю и думаю, вот я столько внимания своим родителям не уделяю. И вот я смотрю на него, и я учусь у него. Вот он, будучи, живет в Кёндалине, ну, родители с Кёндалина. Обычно каждые выходные мы ездим в Кёндалин. Но у меня не каждые выходные получается. Он каждые выходные практически ездит. А я иногда вот смотрю, думаю, вот я даже не каждые выходные хожу к своим родителям, которые живут здесь, в Тырнаузе. Думаю, какая я бессовестная. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Увидимся в следующей программе о главном и не только. Будьте счастливы!